Когда наша делегация только приехала на место, мы плохо представляли, что нас ожидает на этом форуме. Да, все понимали, будет очень позитивно и здорово, но что именно, не знал никто. И вот мы идем по так называемой красной ковровой дорожке. Нас встречает забавный ведущий и представляет Ленинский муниципальный район. Далее была регистрация участников, выдача плана мероприятия и футболок с надписью «Я гражданин Подмосковья». Первый день мы прибыли на форум «Я гражданин Подмосковья». Нас гостеприимно встретили молодые ребята, провели для регистрацию, и теперь нас ожидает наверняка захватывающий день. «Я гражданин Подмосковья» – это Московский областной молодежный форум, площадка интеграции молодых людей, интересующихся политикой, экономикой, инновациями, творчеством, общественными кампаниями и гражданскими инициативами. Это возможность представить значимые для региона проекты. Ради этой цели в Дмитровский район, горнолыжный комплекс «Рачаны», съехалось около 500 молодых людей. Им предстояло здесь прожить 4 дня и в течение этого времени доказать, что их проект лучший. Мы очень хотим, чтобы от этого форума была польза, практическая польза, чтобы взрослые люди, которые будут приезжать сюда, не просто им рассказывали какие-то заумные вещи, которые они не могут понять и не могут воплотить в жизни, не понимают, как это вообще сделать, а чтобы они могли это пропустить через себя и сказать: я тоже могу, я могу стать олимпийским чемпионом, я могу стать Нобелевским лауреатом, я могу стать ведущим телеканала «Россия», я могу стать отличным врачом, я все могу, у меня все получится, потому что у меня есть время, я только не нужно делать плохих вещей. Я должен быть счастливым сегодня. Зачем мне это откладывать на завтра? Тогда у нас получится, потому что это Подмосковье губернатора, потому что это абсолютно правильная идея, что нужно заниматься нашей молодежью не времени от времени, а системно. И вот одна из реперных точек – это вот такой форум. Еще одна очень важная задача, которая стоит перед участниками – это ответить себе на вопрос, что именно я, как активный гражданин, могу сделать для реализации своей идеи, о том, как я могу обогатить жизнь Подмосковья, о том, как я, как человек, от которого все зависит, может прямо здесь и сейчас, каждый момент времени изменять ситуацию вокруг себя, в своем доме, в своем городе, в своей стране. Наш лагерь уютно расположился на территории горнолыжного курорта «Сарачаны» на берегу реки Яхрома. Здесь организаторы соорудили для нас спальную зону с палатками, зону для личной гигиены, шатры, где проходили тренинги и мастер-классы, сцену. А вот столовая оказалась не в лучшем месте, но об этом позже. Заселившись, нам предстояло первое задание – хорошенько взбодриться после долгой дороги. Многие ребята приехали в Сарачаны из дальнего Подмосковья. Кто не танцует без ужина? Конечно, ребята приехали на форум, чтобы показать себя, ведь каждый хочет самореализоваться, доказать, что именно он достоин награды. Почти все проекты участников представлены на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Можно сказать, что форум – это плацдарм для дальнейшей реализации проектов в рамках этого конкурса. Мы сделаем все для того, чтобы организовать реализацию ваших целей. Соответственно, лучших там лекторов мы для вас пригласили. Более того, сегодня мы будем работать в двух как бы параллелях. Есть ребята, которые приехали с начинающими, только с проектами, идеями. Мы будем дорабатывать. Параллельно у нас будет отбор проектов тех, кто уже с готовыми реализуемыми проектами. И эти проекты пойдут на премию губернатора. Очень интересно. Есть чему поучиться, есть что послушать. Очень много познавательного, того, что можно применить на практике в своем районе, на своем даже проекте. В
Форум проводился по четырем направлениям. Общее дело – это организация и объединение граждански зрелой и неравнодушной к судьбе нашей страны и региона молодежи. Здоровое Подмосковье, формирование осознанного выбора здорового образа жизни, овладение техниками и методикой эффективной работы по выбору разумного образа жизни. Организация досуга на местах, обучение творческой командной работе по организации досуговых мероприятий с поиском новых форм создания творческих команд. В шатре этой смены всегда царила творческая обстановка. Это были организаторы! My Lord has come along, my lonely days are over, and life is like a song. И спортивное добровольничество, продвижение и популяризация спортивного волонтерства, позволяющее включаться в развитие индустрии спорта на территории региона. Кстати, последнее направление имело большую популярность. Это сейчас достаточно интересная тема, в которую приходит молодежь. В России прошло достаточно много крупных спортивных событий, поэтому волонтеры у всех на слуху. Но при этом эти спортивные события не заканчиваются. Вот буквально какое-то время назад волонтеры приняли участие в чемпионате мира по танковому биатлону. Впереди еще много-много интересных событий. Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани. Мы обязательно туда отправимся. И мы уже начинаем потихоньку-потихоньку подготовку к чемпионату мира 2018 года. Спортивный волонтер – это человек, который искренне готов помогать людям и отдает всю энергию делу. Одним из таких людей является Рита. Волонтерством она стала заниматься недавно, но за это время в своей организации успела проявить себя не в одном массовом молодежном мероприятии. Мне интересно проводить мероприятия для людей, что-то им устраивать, проводить какие-то мероприятия. Просто, ну, мне это по духу интересно. Я бы, наверное, вообще бы свою жизнь, наверное, связала в будущем, что устраивала бы какие-то мероприятия для людей. За первый и столь насыщенный день участники уже успели познакомиться друг с другом, раскрепостились и, уставшие от мастер-классов, двинули к сцене, а по дороге поделились с нами своими впечатлениями от первого дня. Первый день вообще очень удачный, правда, тяжелый. У нас нету совершенно свободного времени, но это приятно, потому что голова всегда работает, хочется активничать. Хороший уровень. Единственный момент, как бы еще, наверное, с таймингом надо немножко разобраться. Вот. Я первое время, когда организовывал свой детский лагерь, мы в первую неделю запихнули в программу столько, что потом дети в конце сказали: «А, мы так не успеваем, мы не можем». Вот. Наверное, только вот это. А все остальное, я думаю, все замечательно. Хорошая погода, нам повезло. Вот. Все очень позитивно настроены. Ребята, многих знакомых встретил и общаемся с разных регионов. С палатками, конечно, впервой, но, в принципе, вся атмосфера и все, вот, что здесь происходящее, для меня не впервой. Поэтому мне все здесь нравится. Да, мне не очень нравится супергора, по которой надо подниматься на завтрак, обед и ужин. И, наверное, все. Так, все очень здорово, все очень приятно, отличный коллектив, отличный куратор, отличная смена, и поэтому... очень много ОС. Много что интересного было по проектам. Во-первых, мы представляли свои проекты. Было очень волнительно, конечно, но смотря на остальных, что-то новое для себя ищешь, и также на тебя смотрят, это также выделяют. Проекты, с которыми участники выступали на форуме «Я гражданин Подмосковья», были весьма разнообразны. Кто-то хотел привлечь внимание к проблемам экологии, политики, культуры, а некоторые касались темы развития спорта. Другие же предлагали и вовсе создать новый вид спорта. Итак, цель проекта – это создание вот этого нового молодежного движения, чтобы молодежь использовала воду не для того, чтобы из нее пить и употреблять, а для того, чтобы заниматься вот таким видом спорта. «Я гражданин Подмосковья» – форум молодежный. Именно здесь можно было прочувствовать дух времени, в котором мы живем, начиная от проблем, беспокоящих нас, заканчивая сленгом и социальными сетями. Кстати, именно они, как бы всем этого не хотелось, правят молодежным миром. Самым популярным в лагере было приложение Instagram. Когда участники едят, спят, когда учатся, когда приехал очередной почетный гость – все это можно было отследить в соцсети.
Это были интересные 3 дня. Познавательные, участники много нового открыли для себя, увлекательные, ребята не сидели на месте и сами организовывали для себя развлечения. Вот и в последний вечер наиболее творческая молодежь подготовила концерт закрытия форума. Измученные активным графиком, дети Подмосковья веселились как никогда. Шагаю с работы устала, я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Но ощущалась в воздухе и печаль. За время форума участники настолько сдружились и стали одной командой, что расставаться не хотелось. Несмотря на то, что имели место неудобства, для того, чтобы поесть, приходилось подняться на вершину горнолыжного спуска. Ночи были холодные, и под утро весь конденсат просачивался в палатку. Участники все равно остались довольны. Многие поговаривают, что организаторы живут в элитных домах. Нет, это неправда. Мы все, как и вы, живем в палатках. Просто, знаете, это все слухи. Я вот сама сейчас даю интервью в своей палатке. Я умею все расставлять. Поэтому от этого зависит, как выглядит твоя палатка. Это все слухи. Мы такие же, как и вы. Живем в палатке. Завершающий этап нашей познавательной поездки проходит на грандиозной площадке «Сорочаны», куда приехало много активных молодых ребят, у которых этот день в памяти останется надолго. Хорошая атмосфера, много людей позитивных. Хочу чем-нибудь заняться, пройдусь, посмотрю еще, что-нибудь выберу для себя, займу себя на время. Впечатления самые наилучшие. Форум организован на высшем уровне. Очень много позитивного народу, все доброжелательные. Около 5000 человек посетили этот слет единомышленников 21 августа. Молодые ребята, которые хотят делать Подмосковье лучше и видят свое будущее в родном краю. Нынешняя молодежь Подмосковья – это люди, идущие по жизни с улыбкой. Можно всегда радоваться жизни, но кроме того сделать что-то полезное. Делать полезное не только для себя, но и для тех, кто вас окружает, для близких, родных. Но и если у вас хватает, если вас самих хватает, если у вас хватает сил, терпения и силы воли, то вы берете еще ответственность за город, за страну.